Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota RAV4 2011 года выпуска. Двигатель 2 литра, полный привод, вариатор. Пробег на автомобиле 121 тысяча километров. Заменю на нем сегодня втулки переднего стабилизатора. Стали простукивать. Поднимаю автомобиль. Колеса снимать не надо. И откручиваем снизу площадки, которые поджимают втулки. Конструкция сделана удобно. Поднимаю. Поднял автомобиль. Вот они у нас площадочки. Четырьмя болтами крепятся с одной стороны и также с другой стороны. Головка на 17. Со второй стороны тоже откручиваю. И если нам понадобится, мы снимем вот эту пластиковую, чтобы стабилизатор у нас вниз приопустился. А она нам понадобится, мы ее тоже будем снимать. Клипсы грязью забились. Все, отодвинул пластинку. Правая втулка у нас 48 815 42 100. Это правая сторона. А левая сторона 48 815 42 090. Втулки оригинальные. Снимаем старую втулку. Какой ресурс она уже выработала. Резина набитая. Протираю стабилизатор. Ну, на стабилизаторе тоже уже набито. Поэтому какое-то время он еще походит. 1100. А потом можно его заменить. Втулку смажу. Немножко смазки Фэби добавлю. Чуть-чуть. Устранить скрипы. Разрезом назад ставится втулка. И меняем со второй стороны.
также чуть-чуть добавлю смазки. Втулки своими посадочными волнами встают в ребра подрамника. Смазываю резьбу. Также смазываю болты маленько. Сам стабилизатор был чистый, я его не протирал. А вот здесь вот посадочную под втулку протру. Направляющий штифт. И наживляю. Так, здесь наживил. Наживляем вторую сторону. Так, подтягиваю одну сторону и вторую сторону. И вторую сторону. Насколько старая втулка была придавлена и раздавлена, сбоку вон видно след, как с одной стороны, так и с другой стороны. Ну и еще, чтобы убедиться, что стабилизатор у нас стоит ровно, проверяем зазор с двух сторон. Здесь вот палец плотненько не заходит, и также здесь вот палец плотненько тоже не заходит. Поэтому стабилизатор стоит у нас симметрично. Ставим на место эту крышечку. Здесь две клипсы на 9 и три клипсы на 7. Я все три клипсы сломал, одна осталась целая. Здесь шляпу оторвал, но она стоит, не снялась. А эти, которые на 7 клипсы, поставлю новые.
Так, все. Все. Втулки переднего стабилизатора я заменил. Всего вам доброго.